Здравствуйте всем! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы приготовим домашние гамбургеры Big Tasty. Булочки разрезаем пополам и обжариваем на сухой сковороде, чтобы они в дальнейшем не размокли от соуса. Вы можете использовать покупные булочки, а можете приготовить сами по рецепту на моем канале. Ссылка под видео. Котлету обжариваем на сковороде до готовности. Я использовала готовые котлеты для бургеров. Вот такие. Они кажутся большими, но в процессе готовки уменьшатся в диаметре. Лук и помидор режем кольцами. Сборку бургера начинаем сверху вниз. Верхнюю часть булочки смазываем соусом Big Tasty. Рецепт этого соуса уже на моем канале. Ссылка под видео. Вы можете использовать любой покупной майонезный соус по вашему вкусу. Затем выкладываем лук, потом лист салата. Далее кружочки помидора, затем ломтик сыра. На сыр выкладываем горячую котлету. Затем снова ломтик сыра. Далее смазываем нижнюю часть булочки соусом и накрываем сверху. Переворачиваем. Все, наш домашний Big Tasty готов. Домашние бургеры получаются вкусными, сытными, сочными и, конечно же, более полезными, чем покупные. Ведь мы же знаем, что туда добавляем. Приятного аппетита и до скорой встречи на канале «Лимонный щербет».